О чем вы мечтаете, покупая новую квартиру? О престижном районе, о бытовом комфорте. О чем бы вы ни грезили, жилищный комплекс «Кубанская крепость» будет для вас именно тем выбором, который позволит сбыться любому из ваших мечтаний. «Кубанская крепость» – это современная развивающаяся компания, имеющая стабильное финансовое положение. 13 августа в городе Славянске на Кубани состоялось яркое событие – ярмарка жилья, приуроченная ко Дню строителя. Организатором ярмарки стала Кубанская крепость. Это молодая, амбициозная и успевшая себя хорошо зарекомендовать группа компаний. Это событие стало поистине ярким и масштабным, собрав сотни горожан и гостей города. Приятным сюрпризом стал розыгрыш ценных подарков. Участниками стали те, кто ранее обращался за консультацией к специалистам компании. Честно, я ни разу не выиграла ничего. Не могла поверить, что могу что-то выиграть. Выиграла термочайник, была очень довольна подарком. Я разговаривала с руководителем, он пригласил, говорит, что у нас будет ярмарка. И опять же в газете девочки писали, все рекламка была, поэтому я решила поучаствовать. Вы знаете, очень неожиданно, и я была в восторге, потому что никогда ничего не приходилось выигрывать так вот, чтобы серьезно. А тут была очень приятная неожиданность. Вот поэтому я рада была выиграть сплит-систему. Я очень много читала в газетах, в рекламе, смотрела, когда проезжала, что дом строится. Мне очень заинтересовало, мне очень захотелось здесь купить квартиру, потому что стройка идет интенсивно, показал, что это надежно. Поэтому я с удовольствием обратилась к ним и приобрела у них квартиру. В том году, когда мы решили приобрести себе недвижимость, мы обходили все компании. Были возможности Тогда Кубанская крепость была еще как бы новая, только начиналась она, и довольно-таки как бы неплохо рекомендовали ее. И вот мы уже покупаем квартиру приобрели квартиру в строящемся доме. Потому что достроиться осталось, как видно, уже совершенно немного. Осталось только отмечать новоселье и благодарить Кубанскую крепость. Многие участники акции уже приобрели квартиру в многоэтажном жилом доме по улице Лермонтова, 263, строительство которого подходит к завершению. Усиленный фундамент и железобетонный монолит дома обладают высокой сейсмостойкостью. Качественный утеплитель в сочетании с кирпичной облицовкой хорошо сберегают тепло и не пропускают шум и холод, а также придают эстетичный красивый вид дому, сохраняя его на долгие годы. Квартиры реализуются с качественной предчистовой отделкой. В комплексе представлен большой выбор планировочных решений – от уютной студии до просторных евродвушек. Дом расположен недалеко от центра города. В шаговой доступности все объекты социальной инфраструктуры. Но основную задачу мы поставили для себя именно строительство хороших комфортных квартир по доступной цене, по цене той, которая будет возможно приобрести, вплоть до самому любому желающему. Мы предоставляем и рассрочки, и скидки там различные, и ипотечные программы у нас все участвуют. Особенно тем, что, на мой взгляд, все-таки очень удобно для каждого желающего это приобрести квартиру на начальном этапе строительства, то есть по ее минимальной стоимости, с минимальными вложениями. И на выходе уже получить хорошую квартиру. Группа компаний «Кубанская крепость» работает по 214-му федеральному закону, что гарантирует выполнение обязательств перед покупателем. Специалисты компании всегда рады помочь в решении квартирного вопроса, чтобы вы могли спокойно планировать свою жизнь и реализовывать намеченные планы. Центральный офис продаж расположен по адресу: город Славянск на Кубани, улица Ковтюха, 55, офис 20. Телефон 4-33-28 и 8-918-66-70. 8-444. Надежность и уверенность в завтрашнем дне. Это мой дом, это моя крепость. Моя крепость, Кубанская крепость. Вот девиз компании. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».